Всем привет, дорогие друзья, с вами Дарди, это Блокпост, у нас появились два новых скина, это Десанти, который бесплатный, я его уже приобрел, и Полиция, давайте возьмем Полицию, вот, и заранее приобретем, мало ли потом не будет. Так, ну что ж, перейдем, так, вот, то есть я могу тебя наряжать теперь в полицейскую форму, это все по отдельности у нас, так, отлично, классно, так, ладно, мне он нравится. Так, ребятки, задание 20%, нам надо 1000 фрагов набить. Ну что ж, мы постараемся. Так, ну что ж, мы на сервере, ребятки, и будем бить фрагов. Стараемся как можно больше набить их. Ну, блин. Что-то как-то не очень хорошо у нас, началось. Нам надо поближе, что ли, подойти. Да, синие нас делают просто. Просто делают нас. Так, отлично, 2 кило есть. Попрыгунчик, блин. Не могу попасть. Он, я вижу одного, я вижу. Отлично. Фраг есть, сколько я уже бил? Троих. Троих, ребятушки, его завалил. Так, нормально. 3 кило есть. Вон, смотрите, ну-ка, мы сможем его так пробить? 27 патронов. Не получилось. Ладно, берем пистолет. И погнали, ребятки. Ух ты, отлично, сделал килл. Спрятался. Мастер пистолета. Двоих убил с пистолета. Классно. Будет прикольно, когда мы прокачаем пистолет, но это сложно, видимо, сделать. Так, нормалек. Кстати, у меня скоро левел будет, и мы новый коллиматор возьмем, ребятки. Кто, кстати, не поставил пальцер, пожалуйста, поставь, поддержи меня. Если хочешь больше серий, чтобы чаще я снимал видео, всякие нарезочки. После 100 тысяч подписчиков это обязательно будет, ребят. Да блин. Сейчас. Отлично. Нормально вышли так. Из ситуации. Че, четверых завалил? Блистательно. Это нравится, ребят, мне. Это мне нравится. Жалко, я их только задеваю. О, смотрите, убил. А, надо по чуть-чуть стрелять, если издалека. По одной-две пули. Как я хэдшот... Хэдшотю. 9 хэдшотов, что ли? Блин, промазал. На месте бы постоял, было бы. Шикарно, сзади. Сзади подошел, тихо выстрелил и ушел. Кто там вообще разбушевался? Давайте поближе подойдем, посмотрим. Как всегда, ребят. Как всегда. Вижу. Там еще один. Он явно высунется. Отлично. Отлично. Их слишком много было, прям шквал огня. Просто град огня, ребят, какой-то полетел в мою сторону. Ух ты, смотрите, как хэдшот сейчас. Как я стал хэдшотить. Просто замечательно. Навык не пропьешь. Хотя, в принципе, я и так не пью. Ну ладно. Так говорят. То есть, смысл то, что навык никуда не денется, ребят. Если вы уже научились играть, то все. Ох ты, я вижу его. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Убили меня. Причем не пожалев. Ух ты, блин, кажется, меня заметили. Вижу. Так, я его успел загостить. А, ну я команду подтягиваю хоть немножко. А, я же за синих играю. Ну повезло. Наша команда сильнее. Блин,
Блин, прям муравьи какие-то. В бочину мне прям. Прям в бочину. О, классно выглядишь, чувак. Мой парень. Ну, в смысле, нет. Бро, в смысле, так же выглядит, как я. Что я несу? Блин. Так, неплохо я его. Ассист. Нифига. Сильно далеко, но я попадаю. Но слишком уж далеко. Фраг. Два фрага. Как можно больше набить. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Отлично. Хэдшот. Плюс 6 очков. Ну, конечно, сложное задание. 1000 фрагов сделать, ребят. Это кто часто играет, те могут, а если я не могу позволить часто играть. Ох ты же, где мы? Моя любимая карта. Блин, ну давайте выйдем. Так, я хочу посмотреть, во-первых, задание. Также 20%, блин. Я же дофига их убил, почему 20%? Придется чаще убивать. М-ку, ребята, мы прокачали, давайте посмотрим. Где моя М-ка? Вот она, М4-1, давайте посмотрим. Да, новый коллиматор у нас был. Вот этот коллиматор. Вот, ребят. Мы сейчас установим другой коллиматор. Вот такой. Я не знаю, какой круче будет. Но мы его запомнили. Вот он, новый коллиматор. Так, установили. И идем в бой, ребят. Прям сир. Блин, тот занят. Ладно, сейчас действие испытаем его. Он будет как-то приближать, нет? Может, он стал более точный? Ну да, он мне кажется получше. Где выход? Так, а играем мы за какую команду? Играем мы за красных. Такая точка. Определенно классно. Так, теперь я буду хэдшоты ставить. Пока что это мне нравится больше. Отличненько. Ну-ка, свали. Ух ты, хэдшот плюс 10 аж на. Троих завалил. Блин, ну что такое сила-то? Ладушки. Ладушки, сели в ладушки. Давайте идем дальше уже. Посмотрим в тыл врага. Стена мне. Не помеха. Да чтоб тебя меня заметили. Чувак, не стой у меня на пути. Эй, свали отсюда. Вижу, вижу. Эй, что зависло все? Блин, опять зависло, смотрите. Он топает на месте. Такое часто бывает, ребят, у вас? Можете отписаться вообще. Так, какая у тебя форма, смотрите. Сузишка тут стоишь. Тик-чик. Ну давай же, прогружайся. Террорист. Нет патронов.
Ух ты, у тебя что-то в глаз попало. Может, кстати, заранее купить ключ, давайте приобретем его. Пригодится, чтобы потом открыть можно было. Надеюсь, ты сейчас не будешь подвисать. Эй! Я думал, ты в текстуру провалился, и тут все нормально. С текстурами. Ух ты ж, блин, как вас много тут. Да уж, долго думал. Эй, я не хочу калаш. Так, тут такой коллиматорный прицел, но он тоже неплохой. Все-таки тот круче. Ну да, он, конечно, косит. Толщу коллиматорный к чему. Ладно, будем знать разброс. Зато он мощный. Отлично, вход. Блистательно завалил. Эй, ты чё сидишь в грязи? Свинья, что ли? Свинка. Ладно, идем, идем дальше. Набивать киллы. Я ухожу, мне скучно. 14. Так пишет. Я в чё-нибудь другое пошел. Я согласен с Форд к местом. Мне нравится. Ах ты сзади был. Убил меня сзади. Надо повыше залезть. Так, замечательно. Сняли одного. Кто там не стреляет? Я вижу... А, его сняли уже. Так, отлично. Блин, как много хедов-то было там. Упустил. Лопат, он быстрее бежит. Пикай, пикай давай. Тихо, тихо, мой, 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 мой. Ну, блин, собрали. Ну, отойди ты. Стал тут реально, мешаешь. Слишком мало процентов здоровья. Сколько до конца осталось? Минута, ну, доиграем. 15. Друг друга доубили. Бывает. Но лучше бы я его первый убил. Бежим, 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 бежим. Да вообще я не понял, откуда даже. Тут броня какая-нибудь вообще есть, интересно? Будет ли в дальнейшем броня? Как она будет помогать вообще?
Сильно ли она вообще будет спасать? Или будет дисбаланс? Это все вопросы. Так, отлично. Прыгал, как лягушка прям. Прыгает. А, ну все, бой окончен. Мы победили? Можно выползти сюда. Ладно, давайте, ребят, закончим на этом. С вами благодарите всем за скорую. Стараюсь докачать кейс и уже открыть вам оружие. Хочется быстрее. Быстрее этот свет открыть. Дышать было чем. Вот так вот. На этом я закончу. Пока-пока, ребята.